Поздно зашла, всем добрый вечер в аптеку Wellness. Здесь все продается, не только таблетки, фармацевтика всякая, но и всякие тоже гигиенические средства, депиляции, какие-то есть мыло, крема. И здесь бывают все со скидками. Ну, очень много разных товаров на скидках. Например, вот сейчас скидки, шоколадки разные, вот конфетки. ₽50 стоит, 60. А так 140 они стоят. Разные. Орешки, гуава, перчик. Вот. Взять раствор для линз. Для понадобляя, да? Все, вот так вот. Вот здесь можно видеть номер. И видна сумма. Правильно, 802. 992. Туалет для собак стоит 427 рублей. Ребят, всем добрый вечер. Мы едем в сторону дома. И здесь что-то, видимо, произошло на мосту. Сейчас с вами посмотрим вместе. Потому что очень большая пробка. Начала снимать практически с уже с середины даже. Вот, поэтому сейчас посмотрим с вами, что случилось, почему так много машин, байков. В обратную байки машины едут, а здесь практически все стоят. Ну, Индия, как я уже говорила, это страна, где здесь нету никаких правил дорожного движения. Мы вот сейчас едем по встречной. Сейчас посмотрим. Может, конечно, просто поток машин из-за этого так много. Такая большая пробка. Количество машин. Ничего нету, потому что на самом деле я могу вам честно сказать, в Индии, вот я сколько здесь, практически год, да, уже год, я вообще видела здесь аварии, ну, наверное, максимум за год штуки 3. Единственное, что вот там всякие, ну, ударился друг от друга, там тихонечко байк притерлись, они даже не ждут никаких полицейских, они разъезжаются на, ну, на месте. А таких прям сильных аварий, ну вот одна была, когда
кстати, около нашего дома в машину улетела. Нет, видимо, что-то случилось с собой. Вот это третья такая. Но это я тоже не считаю, что она большая. То есть именно таких больших аварий, как я говорила, около нашего дома машина. Встал за поворот и влетел четко машиной в канаву, то есть получается в ручей. И его на утро доставали. Я попробую вложить видео. Мне кажется, у меня осталось видео. Я вложу. Амбулигар. Тоже, если получится, я вставлю видео. Там вообще была, знаете, видимость нулевая. Ребята, мы ездили с ребятами, сказали, давайте переночуем в отеле, потому что просто было ничего не было видно. И начали искать отель. Я не знаю, как так получилось, но они остановили машину, я спала. И они остановились прямо около отеля. И переночевали, тоже вставлю кусочки видео. We take hotel because we don't see the road because of platform. Yes, I tell. В общем, если получится, вернее, получится точно, сейчас я вставлю видео с тех поездок. И, ребят, всем хорошего вечера. Замечательного выходного. Я думаю, что я это выложу в воскресенье, то есть завтра. Поэтому всем классного воскресенья и всего самого хорошего. Всем до свидания. ये सामने वो रूट दिखता मालूम पड़ेगा गाड़ी क्या है वो गाड़ी किसकी मालूम है ये इसकी मेरा अब वो बोल के गया इधर आके चेक तो करना था मैं चेन्नई बोल रहे हैं это конечно уже curve ahead ऊपर से ये इसको अंगुल को इंजर्स नहीं ना कार को कार को तो रेंजर भी उसको попали под дождик и дождь закончился. Вот, еще раз всем хорошего вечера, дня, хорошего воскресенья. Всех обняла. This is very big Spider-Man. Spider, this is no danger. Сейчас будет миссия. Покажи. Зачем ко мне? Подожди. Господи, какой он страшный. Это иной, где no poison. Ага. Все. Вот такие вот здесь водятся иногда. Встречаются не часто, но ужасные они, конечно.